И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Никит Паркер, и в данный момент я бью свой рекорд по прохождению Heavenly Tower в Battle Pass. Сейчас я нахожусь на 44 уровне, вот, на 44 этаже, и как бы это такой результат уже довольно большой, и я пошел проходить колоду, честно говоря, по фану, вот, а в итоге чуть ли сейчас уже не прошел уровень, поэтому давайте посмотрим, как у меня сейчас получится пройти, или все-таки нет. Вот, уровень включает в себя... Получается адскую голову плюс клеона ангельского. И еще выходят темные враги. Но тут получается взять надо комбо на хп своих юнитов, и урон от канканов дает хорошие плоды. Сейчас только в данной ситуации я уже много раз побеждал темных врагов. Вот этих собачек. Я думал, они сейчас уже выходить не будут, но нет, все-таки они не идут. Просто первый раз прохожу этот уровень, не знаю, как все тут работает. Вот, но урон тут, блин, зачем я выпустил этот пресс, если сейчас может выйти горилка. Просто я уже очень много раз тут выходили эти горилки, я почти уже не проигрывал. Но еще ни разу, да, урон по моей базе не проходил, вот, и лучше не надо, чтобы он проходил. Поэтому все-таки не надо их пускать к базе, вот. И сейчас, скорее всего, да, я пройду. Жалко, что я не с самого начала начал снимать этот уровень, потому что думал, сейчас просто так, типа, зайду, поняли, по фану. Вдруг получится пройти. В итоге реально нормальная попытка. Зачем мне второй раз перепроходить на ролик, если вдруг я второй раз по закону подлости не пройду. Поэтому я решил лучше с самого начала начать снимать. И, кстати, что-то у меня резко сейчас закончились деньги. Потому что, видимо, черные враги перестали выходить. Вот, тогда ладно, тогда... Тогда сейчас Канкан должна убить собачечку, чтобы нам дали много денег. Или же ангельского клеона, или же адскую голову. Как и так нам будет хорошо, тогда надо пока что не выпускать вот этого вот Pizza Cat, потому что он будет только тратить деньги, и темных врагов пока нет, и зачем он нам нужен тут. Вот. Вообще колоду я посмотрел там от одного английского ютубера, вот. Сначала пытался, да даже не пытался своими силами, вот, просто у него там колода похожа, да, но не прям полностью скопирована у меня, я добавил свои некоторые изменения. Вот, поэтому сейчас пытаюсь пройти. Блин, все равно оставлю вот этого вот кота. Хотя, не знаю, уже по привычке вошло. Просто до этого темных врагов прям было максимально много, и я вообще не мог справиться с ними. Кстати, да, все-таки я уже начинаю бить свой рекорд, потому что 44-й левел. И я, возможно, сейчас его и пройду. И типа, это довольно, да, большой результат, согласитесь же. Хоть и, как вы же сами понимаете, у меня очень много уберов, да. Больше 70 или даже больше 80, но вот видите, я сейчас пытаюсь проходить без Uber, все равно. Блин, все равно вышла собачка, которую я не знаю даже чем валить, потому что, гляньте, просто вот центр там у всех понижение атаки, и у головы, и у моих там суши, у канканов, это просто сейчас это прикольно все выглядит. Вот прям, типа, заруба настоящая между моими юнитами и вражескими. Так. Дальше. Оп, канкан, хорошо. Так, ладно, тогда даже можно только суши и канкан экспрессов кидать. На всякий случай, просто вдруг потом реально красные выйдут. Ой, красные, темные враги. Ну ладно, у меня экспрессик есть, чтобы там валить собачечку. Ну, блин, жалко, что вы начало не видели, просто мне там хорошо прям везло. Ну, в тайминге я попадал, просто суши, канканы там хорошо все попадали. Вот. Именно черным врагам. Ну, были некоторые моменты, да, мне не везло, но вот все-таки, в принципе, получилось, да. Сейчас я уже их поджал к базе, начинаю. Уже скоро прям начну бить базу. Канканы все-таки наносят урон. Экспресс тоже наносит урон. Суши понизили атаку этой голове адской. Я не знаю, по какому именно врагу мы сейчас бьем, по английскому клеону или же по этой голове, но все равно урон хорошо проходит. Поэтому и хорошо. Так, экспресс опять ударил, ё-моё, там урон очень много, мне интересно, какому именно мы врагу бьем. По английскому клену, да, мы все-таки били, а его вроде надо очень много раз оттолкнуть, поэтому нам еще осталось довольно... Ну, мне кажется, осталось мало, но, ё-моё, враги пробрались. Ой-ой-ой, канканов не осталось, собачка вышла. Все, канкан подошел и сразу же почти отлетел. Ну ладно, все, собачку, еще одна вышла, стойте. Сейчас еще на ролик, если начал... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, боже мой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то плохо, да? Как-то все. Так, дальше их оттолкнули. На всякий случай. Ё-моё.
Вот видите, как может произойти? Это еще без темных горилок. С темными горилками вначале было прямо жестко. Блин, опять вышла эта темная собачка, она уже начинает подбешивать, да? Может весь алгоритм мой сбить за буквально пару секунд, которые я создавал, вот, почти минуты. Да, кстати, по времени, мне кажется, этот этаж очень долгий по сравнению с предыдущими, да, там, то есть 41, 42, 43, я довольно тоже быстро проходил. И то тут я даже начинал снимать не с самого начала, вот, а уже, типа, сколько я играю. Это довольно много, да? Напишите свое мнение в комментариях. И до какого этажа прошли вы? Ну, лучше писать именно по тем роликам, на кто, где именно я буду проходить финальный уровень, на котором либо я застряну, либо я пройду полностью башню. Если я пройду полностью башню, то это офигенная цель, потому что у меня канал, типа аватарка канала Мастер Урила, Мастер Урилы бывает именно на 50-м левеле Heavenly Tower. И поэтому, можно считать, я достигну какой-либо определенной такой цели прикольненькой, да? Так. Ну, ё-моё, почему реально так долго? Прям очень долго. Все, убили одного, и остается эта голова тупая. Не, она мне... Честно, вот посмотрите, вот вниз. А, все, убили. Просто посмотрели вы вниз, сколько там было понижения атаки у моих котов. Это просто прям очень много. Все, дорогие друзья, мы уже почти прошли. Остался 1 миллион хп у базы. Вот, 300 тысяч, 200, 100, все, мы прошли этот уровень, да, слава богу, мы все-таки прошли, что нам дают за это, КЦРР, ну ладно, и самая лучшая награда, которая могла быть, вот, ну и ждите следующей части, где я буду проходить именно 45-й этаж башни, и всем удачи, всем!